Всем доброе утро. Мы в садик. Васюшка, скажи привет. Всем привет. Привет. Снеж. Всем привет. Всем привет. Идемте. В общем, хочу рассказать о своей невежественности. У них будет мероприятие в садике по сказкам Пушкина. Сказали, нужно сделать костюмчик, явиться в образе какого-то персонажа. Мы долго думали, решили, что будет царевна Лягушка. В общем, я почти все сделала. Вечером, уже ночью, до меня дошло, что это не сказка Пушкина. В общем, будем сегодня искать другой костюм. Вот так. Засада. Вась. А, Вась, не надо спиной. Упадешь. Вот утром я уже говорила, что лопухнулась с царевной лягушкой. Я не знаю, что мне так голову дало. Забыла, наверное, про сказки Пушкина. В общем, я уже вот начала процесс. У меня и корона-то почти готова. И юбочку я уже дрявую такую вот начала вязать. И пайетки припасла, и фатин, чтобы сделать оборочки. Но купила новый материал, сходила. Вот. Будет она у меня золотой рыбкой. Да. Так, я что хочу сказать? Я хочу поблагодарить канал Милена за бесплатно предоставляемые мастер-классы. Очень выручает эта девочка. Такие у нее красивые мастер-классы, такие нужные. Я столько всего делала своим девчонкам по этим мастер-классам. В описании я ссылочку прикреплю на этот канал. Это не реклама, мне понятно, у меня подписчиков нет большого количества. Мне никто не платил за рекламу, это просто благодарность от всей души за вот действительно очень удобные, очень такие понятные мастер-классы. В общем, вот у меня здесь одна корона уже такая есть. Это я делала на Новый год для Снежки. Она у меня была в таком вот образе. Вот такая. Очень дешево получается и красиво. Что еще ребенку для счастья нужно? Это тоже смотрится неплохо. Наверное, будет наш костюм лежать до какого-то звездного часа. Все-таки уж я доделаю эту юбку, пусть будет. Ну и вот припасла для золотой рыбки. Синельная проволока потребуется. Бусинки. Здесь у меня в пакетике они. Это для короны. Лера ушла за пистолетом. Сейчас мне принесет снизу. Я тут на ее столе расположилась. Это фатин с блеском. Я его сейчас опрыскаю лаком для волос, чтобы он не сыпался очень сильно. В общем, приступаю к новому процессу. Конечный результат маминых мучений. В общем, времени-то у меня уже. Я ограничена во времени. Так, стой, Васюш. Значит, вот корона золотой рыбки. Здесь мы просто полоску ткани обернули вокруг, на бантик завязали. Ну и вот я вырезала этими уголочками ткань. Вот так. Юбочку на резинку посадила. Даже боковой шов сшивать не стала. Просто сейчас здесь скреплю. Все равно это поверх шортиков оденем завтра. Завтра, вернее. Уже заговариваюсь. Покрутись. Золотая рыбка. Ну и нормально. Это же не бал-маскарад. Это вы на участочек пойдете. Будет у вас там мероприятие. Довольно? Ну, выпрашиваем подписки. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.